вчера говорила про небольшую интригу по поводу города Обнинска и почему следующий выступающий, которого я позову на сцену, очень стал популярен в последние месяцы в городе. Сначала по сети разлетелось вирусное видео, аудио, где он кому-то из своих друзей по телефону напевал песню. Потом на это аудио был снят клип. И этот клип тоже разлетелся таким, ну, среди жителей города и друзей жителей города, тоже так прям веером. И что это за песня? Я думаю, сейчас нам Олег Булгак покажет. Добрый вечер. Очень приятно, что я снова могу выйти на эту сцену и поздороваться с жителями Обнинска, потому что это, наверное, один из самых моих любимых городов. Я родом из Кишинева, сейчас я живу в Москве. Я достаточно поездил по разным городам, но сюда я приезжаю всегда как домой. И когда в очередной раз я ехал встречаться с друзьями, я подумал, что надо приехать с какой-то песней. И так удачно получилось, что именно в этот момент почему-то в общем списке песен, которые звучат в твоем плеере, вдруг проскочила песня на стихи Роберта Рождественского, на музыку Виктора Берковского о Марке Шагале. И там постоянно возникает вопрос у Марка Шагала: так вы не из Витебска? И вот я понял, что это та самая музыкальная и, может быть, даже поэтическая основа для того, чтобы появилась эта песня. Я не претендовал на какие-то лавры, там, на какие-то особые, не знаю, на особую известность. Это была песня для друзей. Ну а поскольку здесь собрались друзья, значит и для вас. Закат из рубина,
деревьев из оникса. И все-таки жалко, что я не из Омска. Спасибо. Спасибо, Омск.